разом! Всем доброе утро, вечер, день, когда вы нас смотрите и присоединились, и также приятного аппетита. С вами первый выпуск отборочных боев на Last Hit. Да, брат, я надеюсь увидеть много зрелищных боев. Да, здравствуйте, это долгожданный момент настал все-таки. И мы первый проводим отборочный тут в нашей организации Last Hit. И я надеюсь, что каждый боец, который сегодня будет выступать в нашей организации, покажет достойный и зрелищный бой. Да, вот, надеюсь, что как ты сказал, так и будет. А с вами два ведущих, это Надир, один из организаторов. Меня зовут Артем Агасян, рэпер. И хочу пригласить в октагон сперва второго организатора Сунат Шарипов. Всем салам алейкум, дорогие друзья. Мы начинаем сегодня первый наш тур. Кто проходит и дальше с нами будет как бы на контракту. Вам приятнее просмотреть. Спасибо, то, что пришли. Поддерживайте, ребята. Таджикстан Бапеш! Давай, наверное, начнем с первой пары, куда тянем уже очень долго. Да, мы начинаем, ребята. И в синий угол приглашается Ибрагимов Хаким. И в красный угол приглашается Илья Ливанов. Ребята, поддерживаем бойцов, и мы начинаем первый раунд. Илья Ливанов, Ибрагим Хаким! Обязательно, правила помним, не нарушаем. Я напоминаю, что работаем 2 раунда по 3 минуты с возможным экстра-раундом. Напоминаю, что головой бить нельзя, локтями бить нельзя. Колени, ноги в партере, только в корпус. Это ограничение на партер 30 секунд. Руки пожали, по углам! Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на турнире Last Hit Fighting Championship. Новый уникальный проект, который направлен на поиски спортивных талантов, их развитие и продвижение, созданный популярным блогером Сунатом Шариповым. И у нас начинается первый поединок. Илья Ливанов против Хакима Ибрагимова. Сразу же Илья начинает с лоу-киков, таких, даже сказал, футбольных сокер-киков. Пытается он отбить ноги Хакиму, но тот идет в борьбу. Поджимает своего оппонента. Захватывает его шею, наносит хороший апперкот. С места в карьер начали парни. Первый же бой, такая сразу дикая ярость. Динамика сумасшедшая. Спину забирает Илья. Пытается запрыгнуть на спину своего оппонента, но хотел его сбросить Хаким, но попадает. Но он сейчас на удушающий прием. По условиям данного турнира на борьбу в партере отводится 30 секунд, даже если проходит болевое, удушающее или добивание. Это сделано для большей динамики и зрелищности данных турниров. Вот старается сейчас Хаким вырваться, продержаться. Положение было у него крайне непростое. И возвращает Вячеслав Киселев сейчас бойцов в стойку. Продолжается у нас поединок. Будет ли такая же
Сумасшедшая скорость. В атаку пошел Хаким. Пытается сейчас с ним Илья бороться. Но вот отдает шею на гильотину. Опасная ситуация для него. Наносит удар коленом Ибрагимов. Еще. Снова у нас бой в стойке. Казалось бы, Илья подвымахался, но умудряется он отвечать ударами на удар. И снова вот эти вот свои лоу-кики. Такие размашистые. Пытается применить. Сколько он их уже нанес? Штук 20, наверное, за эти первые минуты боя. Опять у нас клинч. Слышим, что зрители неистово поддерживают своих любимцев. Первый бой, такая динамика. Очень интересная, зрелищная схватка. Хаким попадает мощными ударами, но Илья выживает и пытается подвязать своего оппонента. Вот не теряется даже в клинче, старается отвечать, но явно, что, конечно, по ножу ударов тут Ибрагимов явно пока ведет. Еще несколько хороших апперкотов. Последние 10 секунд первого раунда. Кто же вырвет концовку? Снова лоу от Ильи. И первый раунд у нас завершен. Ну что ж, интереснейшее начало данного турнира. Первый раунд.
немножко подвыдохлись оба оппонента. Очень высокий темп они задали с первых же секунд. Поэтому сейчас они вынуждены копить свои силы, заряжаться на каждую атаку. Илья отвешивает лоу-кик за лоу-киком. Уже вынужден даже стойку поменять сейчас таким, поскольку все-таки такой там наш ударов он получил. По левой ноге. Идет вперед, пытается ему Илья отвечать. Попадает в захват. Бой переходит опять в партер. Хакимов в гарде. Советует сейчас на болевой идти Илье. Но Хаким это прекрасно понимает. Я думаю, что такой ошибки он не допустит. Не позволит себе попасть в капкан оппонента. Илья старается завязать обе руки соперника, чтобы не получить вред. Да, удары локтями запрещены. И вынужден сейчас Вячеслав Киселев об этом напоминать. Ну что ж, последние 10 секунд. Поднимаются в стойке. Ну что, мы увидим сейчас концовку боя. Будет ли это финишный спурт? Все, два раунда у нас завершены. И слово за судьями. Хороший бой показали ребята, достаточно зрелищный. И как говорил Ибрагимов Хакиб, что он покажет достойный бой. Мы увидели это. Аплодисменты. Илья Ливанов очень достойно начал. Начало прям мне очень понравилось. Слоу-киков заходил. Ну что ж, решение вынесено. Сейчас мы узнаем, кто же победил в первом бою на турнире Last Hit Fighting Championship. Начало было прям огненное. Надеюсь, что и все остальные бои сегодняшнего вечера будут такими же. Сегодня мы с вами наблюдаем первый отборочный этап этого проекта. И в данном бою победу одерживает Ибрагимов Хаким. И дальше проходит в отборочный второй тур. Илья, скажи, что не получилось? Ожидал ли ты такого напора в свою сторону? Какой был план? Может быть, что-то стоило поменять по ходу? Может, ты так и сделал? Выскажись. Немного выдохся. Не повезло. Да, я ожидал такого набора. Ничего, буду двигаться дальше. Спасибо тебе за бой, Илья. Это было очень зрелищно. Большое спасибо. Так, в синий угол приглашается вторая пара. Бобур Сафаров. И его оппонент Шердил Курбанов. Поддерживаем бойцов, мы начинаем вторую пару.
Акаса Рустаманаша. Итак, правила помню, не нарушаем. Слушай меня внимательно. Напоминаю, что головой бить нельзя, локтем бить нельзя, колени, ноги в партере, только в корпус. На партер 30 секунд. Руки пожали. Итак, второй бой у нас сегодняшнего отборочного этапа турнира Last Hit Fighting Championship. Бабур Сафаров в синем углу против Шардила Курбонова в красном углу. И Вячеслав Киселев сейчас отдаст сигнал к старту этого поединка. Бабур занимает центр клетки. Сразу же идет в атаку Шардил, переводит его в партер. Бабур пытается вырваться. Контрбросок, но накатывает на него сейчас Курбонов. Захватывает голову на гильотину Бабур. Пытается Шардил сейчас вырваться. Тяжелая для него ситуация. Сафаров его растягивает. Курбонову, казалось, удалось даже в маунт выскочить, но тут же перевернулись бойцы. И теперь уже сверху у нас Бабур. Обходит он гард соперника, заходит сбоку. Лезет в маунт упорно. Напомню, что 30 секунд всего у ребят на партер. Таковы правила, чтобы было как можно зрелищнее и интереснее. Продолжается у нас поединок в стойке. Бабур сразу идет вперед. Шардил встречает его фронт-киками. Поджимает Бабур своего соперника. Опять идет в борцовский клинч. Удавливает его в сетку. Тейкдаун. И сейчас у нас Сафаров из маунта начинает работать. Наносит он много ударов по корпусу оппонента. Как и первый бой, тоже очень яростная, динамичная схватка. Напоминаю, что этот проект создан для того, чтобы молодые таланты могли показать себя во всей красе, получить шанс выступить на профессиональном поединке. И вот, соответственно, сейчас парни бьются, стараются, понимают, никакой шанс им предоставил Сунат Шарипов. Снова на стойку переходит бой. Атмосфера на колено. Хороший удар наносил сейчас Шардил, но тут же в отличный бросок это перевел Бабур. Накатывает сейчас Курбонов на своего оппонента. Пытается в маунт пройти с халфгарда. Бабур пытался выкрутиться, но все-таки допустил ошибку. Сейчас в маунте находится его оппонент. Посмотрим, что будет дальше. Оба выкладываются изо всех сил. Идет у нас опять 30-секундный отсчет борьбы в партере. Снова свип. И Вячеслав Киселев возвращает бойцов в стойку. Десять секунд. Хороший фронт-кик от Шардила. Такую вертушку он пытался закрутить, но попался на бросок и получился тейкдаун. И в концовочку у нас забирает теперь Сафаров. Ну что ж, классный бой мы наблюдаем, дорогие друзья. Бойцы выкладываются на всю катушку, показывают все, на что они способны. Сейчас угловые забегают в клетку. Посмотрим, несут ли они какие-то коррективы действия одного и второго бойца. Но пока что бой смотрится. Напомню, дорогие друзья, что это первый отборочный этап. Будет еще второй. И если вы хотите поучаствовать в таком прекрасном зрелищном шоу, выйти в эту клетку, сразиться с настоящими бойцами, то присылайте свои заявки. Все необходимые ссылочки будут в описании к данному видео. Далее вам предстоит кастинг. И если организаторы сочтут вас достаточно подготовленным, вы получите свой шанс. И выступите на турнире Last Hit Fighting Championship.
Но у нас сейчас начнется второй раунд. Бобур Сафаров против Шардила Курбонова. Второй раунд начинается. Также Бобур сразу занимает центр клетки. Дистанции предпочитает действовать Шардил. Бобур пошел в клинч. Удалось ему перевести оппонента в партер, но тут же свип. Курбонов хочет обойти защиту соперника. Чувствует прекрасно это Сафаров. Сам свипует. Оказывается в маунте. Захватывает он сейчас шею оппонента. Забирает спину. Шардил в отчаянном положении. Неистовая поддержка у обоих бойцов. Идет у нас удушающий прием. Отчаянно защищается Курбонов. Не менее отчаянно пытается Сафаров довести этот удушающий до логического завершения. Но очень грамотно Шардил действует. И продержался он 30 секунд. Снова в стойку возвращает рефери бойцов. Какой бой, дорогие друзья. Зал буквально тут стоит на ушах. Снова в борьбу у нас идет Сафаров. Отличный бросок он проводит. Оказывается сверху. Занимает маунт. В очень высоком темпе проходит поединок. Пытается сейчас как-то улучшить свою позицию Бобур. Ну а Курбонову надо его подвязывать и ждать, пока поднимут. Тут велосипед изобретать, в принципе, не нужно. Да. И Вячеслав Киселев возвращает бойцов. Возвращает бойцов в стойку. Снова идет вперед Бобур. Начинается борьба. Отличнейший бросок от Сафарова. Шикарно с амплитудой. Все по классике. Снова он начинает проходить в маунт. Прекрасно прочувствовал момент, когда Шардил хотел свипануть. И сейчас пойдут буквально последние секунды, я так понимаю, у нас второго раунда. Сафаров работает на активность. Старается он заработать очки на записках судей. Очень-очень крутой бой выдают оба спортсмена. Каждый из них достоин победы. Да, последние 10 секунд. Итак, взрываются бойцы. Шардилу удается сейчас тейкдаун провести. Занимает он, пытается занять маунт. Сафаров из последних сил его подвязывает. Пытается сделать свип и делает свип на последних секундах. Ну что ж, дорогие друзья, классный бой. Посмотрим, кому же судьи отдадут предпочтение. Оба парня бились очень достойно. Классный поединок. Демонстрируют сейчас взаимное уважение. Да, кстати, дорогие друзья, тут у нас есть приз за главный, за лучший бой сегодняшнего турнира. Поэтому бойцы выкладываются. Помимо победы, здесь еще есть солидный бонус. Ну а победитель всего турнира, всего вообще проекта, получит автомобиль. Пройдут несколько отборочных этапов, потом будет гран-при на вылет. Единогласным решением судей победил боец из синего угла Бобур Сафаров. Поздравляем Бобура Сафарова. Классный бой. Шардил Курбонов составил ему отличную оппозицию. Ему не расстраиваться, делать выводы, извлечь необходимые уроки и возвращаться в клетку, возможно, в следующем отборочном этапе, потому что техника у него великолепная. Мы посмотрели зрелищный бой противостояния борца
и кикбоксинга. Мы увидели, что в этой победе, в этой противостоянии борец оказался сильнее, и он доказал эту классику борьбы. Да, практически забросал своего оппонента. Вы видели, сколько бросков он совершил. Это было очень зрелищно. И мы знаем, что у Шердила была травмирована рука. Несмотря на это, он вышел на бой. И показали, ребята, очень достойный бой. Хочу пригласить Шарипова, может быть. Давай пригласим. Сунат Шарипов, заходи к нам в октагон. Вручи победителю кубок от Last Hit. Сунат, как тебе бой? Отлично. Если честно, я вот кайфую вот здесь. Смотрю на этот бой. Да, вон там иди, посиди теперь, мы поведем. Дадим слово Шердилу. Есть весь что сказать по поводу этого боя. Салам алейкум всем. Тем, кто пришел нас поддержать. И спасибо организатору за все. Спасибо тренерам. Тоджикистан Бапеш. Тебе спасибо за этот бой. Это было очень хорошо. Победитель! Есть вопросы к тебе. Сработал план? Может быть, настрой какой-то особенный? Что помогло тебе сегодня выиграть? Всем салам алейкум. Алхамдулилла. Бринчина бэтта тренерам Шермухаммадке катта рахмат айтаман. И организацияга. Наджмин ака сизге катта рахмат. Наджмин ака кейн ака. Приглашаем на сцену Хаджаева Наджмедина. Все его, наверное, знают, и дадим ему микрофон на пару слов. Ассаламу алейкум, добрый вечер всем. Вот я только вот пришел, по разным там причинам я на дыры объяснил. Молодцы, хороший турнир. Таких турниров только ребята будут расти. Кто здесь проиграл, кто выиграл, это не имеет значения. Вы уже здесь, вы уже герои, вот. Представляете, сколько тысяч людей хотят биться. Даже мы, да, у нас все, ну, не получается. А эти люди, счастливые люди, они, у них это есть возможности. Тренируйтесь, развивайтесь. Спасибо организаторам. Такое время делать турниры, это и правда сложно. Поэтому, ребята, цените такие моменты. И хотел организаторам пожелать Сунату Шарипову, Надыру. Только всего хорошего. Только вперед. За спорт! Следующая пара, мне кажется, будет не менее зрелищной. Я приглашаю в синий угол Анвар Буронов! Приглашается в красный угол Сунатулла Курбонов. Girls with the nails done.
Работаем 2 раунда по 3 минуты с возможностью экстра раунда. Локтями не бьем, головой не бьем. Время в партере ограничено 30 секунд. Слушаем мои команды. Руки пожали. Итак, третий поединок. Last Hit Fighting Championship. У нас новый рефери сейчас в октагоне, Алексей Касаткин. А биться будут Анвар Буронов и Сунатуло Курбонов. Ожидаем классную схватку. Пытался Анвар сейчас пойти в ноги, сразу же получил удар навстречу. Сунутуло сильно повыше. Скорее всего, будет работать с дистанции, что он и пытался делать. Анвар идет упорно в борьбу, как бульдозер, буквально протаскивает своего оппонента через всю клетку. Прижимает его в сетку, пытается сделать бросок. Но нарывается на контрприем он от Курбонова. Тот наносит несколько ударов в голову. Пытается забрать шею, Анвар выкручивается. Поднимает своего оппонента и сам бросает его в партер. Опять сумасшедшая динамика. Третий бой. Динамика сумасшедшая в каждом поединке. Зрелище просто искрометное. Анвару удается вырваться. Начинает он гвоздить своего оппонента добивающими ударами. Ищет его шею на удушающий. Но Сунатуло тоже опытный борец. Заходит сбоку, не дает себя удушить. Пытается сжать своего оппонента шею. Пробивает коленями в корпус, но Анвар защищается. И Алексей Касаткин возвращает бойцов в стойку. 30 секунд на борьбу в партере у нас истекли. Анвар пытался пробить хайкик. Отвечает ему мидлом Сунатуло. И тут же несколько лоу, мощные удары в голову. Идет в атаку Курбонов. Заваливает своего оппонента в партер. Анвар старается повязать его, не давать развить успех. Закрывает гард. Ну и Сунатуло остается по большому счету только на активность поработать. Снова рефери возвращает бойцов в стойку. Выкладываются оба парня, стараются не показать все, на что способны в этом проекте. Лоу-кик снова Сунатуло. Идет он вперед. Но Анвар идет в борьбу. Забирает ногу своего оппонента. Будет ли тейкдаун? Курбонов отлично держит баланс. Но все-таки Буронову удается его завалить. Сам он заходит сбоку. Идет у нас отчаянная борьба в партере. Практически выкрутился Сунатуло, но Буронов на него накатывает, не, зажимает шею, не дает ему сделать свип. Даже пытается такой импровизированный удушающий провести. Но снова стекли 30 секунд. Снова бой на стойку. Сунатуло опять пошел с ударами вперед, снова попал в захват борцовский от Буронова. Последние 10 секунд. Удается Курбонову тейкдаун. Но такой перекат сейчас он сделает Анвар. По большому счету, да, свип ему удается. И последний балл. Последний балл в этом раунде все-таки на его стороне. Именно за счет свипа. Ну что ж, отличный бой. Еще один мы смотрим на проекте Last Hit Fighting Championship. Сунат Шарипов и Надир, как знали, когда задумывали этот проект, что вот такие вот талантливые парни, азартные, будут заходить в эту клетку. Сперва были поданы заявки, потом состоялся кастинг. Прошел он в клубе Fight Center в Санкт-Петербурге. И по его итогам вот были отобраны лучшие спортсмены, которые получили сегодня шанс проявить себя уже в клетке, в реальном бою. С достойным соперником. Хотелось бы, чтобы таких проектов становилось все больше и больше, потому что сейчас очень много хороших бойцов. Им просто банально негде выступать, тут и пандемийный год сказался, и прочие факторы.
И поэтому честь и хвала большая организаторам, что они довели уже до какой-то стадии свой проект, запустили его. Впереди у него несколько отборочных этапов, гран-при, хорошие призы для участников, автомобиль, денежные призы. Есть за что драться, есть за что выкладываться, показывать себя. Ну и, конечно же, тут зрители, друзья, родные поддерживают бойцов. Начинается у нас второй раунд между Анваром Курбоновым и Анваром Буроновым и Снутуло Курбоновым. С лоу-киков начинает Снутуло. И, конечно же, подпробил он ногу Анвару, тот уже не так подвижен. Внутренний лоу наносит еще один. Буронов хорошим фронткиком отвечает. Охотился сейчас буквально вот лоу-киком своим Санутуло с ногой соперника и попался сам в капкан. Анвару удается отличный тейкдаун. Сейчас для него опять будет хорошая возможность. 30 секунд на атаку. Подтаскивает своего оппонента к сетке, чтобы не дать ему пространство для маневра. Находится он в халфгарде. Снутуло пытается завязать оппонента. Курбонов начинает пробивать хаммерфисты. Очень активно работает Анвар. Но Снутуло здорово защищается. И истекают 30 секунд на партер. Алексей Касаткин вновь возвращает бойцов в стойку. Ну, какие бои, дорогие друзья. Ни секунды буквально, никаких пауз, никакого покоя. И снова сейчас попался на захват Снутуло. Отличный тейкдаун от Анвара. Опять он заходит сбоку, не давая уйти своему оппоненту. Снутуло вроде выкручивается, но при этом сейчас спину может отдать. Да, Анвар вырвался. Вот да, сейчас... Алексей Касаткин вынужден вмешаться. Да, был запрещенный удар коленом в голову. Все бойцы были ознакомлены с правилами. И будет вынесено устное предупреждение. Ну так, в горячке боя сейчас, конечно, Анвар подзабылся. Нанес удар. Извиняется Анвар. И бой продолжается. Снова на лоу-кике у нас полагается Снутуло. Но с хорошими ударами прорывается вперед Анвар. Вложился он в эту атаку. Буквально свисит у него над головой удар соперника. Снова попытка была лоу-кика. И попал сейчас Снутуло в захват Анвара. Анвар еще один тейкдаун забирает. Такая классическая схватка борца и ударника, дорогие друзья. Мы наблюдаем с вами. И пытается сейчас на гильотину Анвар прихватить своего оппонента. Шанс для него закончить здесь и сейчас. Да, гильотину захватывает. Гард закрывает. 30 секунд Снутуло теперь нужно прожить в этом захвате. Анвар тянет отчаянно. Шею соперника на удушающий. Но снова у нас заканчивается время, отведенное на борьбу в партере. Сейчас уже пойдет концовка второго раунда. Шикарный бой, дорогие друзья, мы наблюдаем. Снутуло идет вперед с ударами. Опять начинает пробивать лоу-кики. Выцеливает он своего оппонента. Он понимает, что Анвар может броситься в борьбу. Так и происходит. Анвар идет в клинч. Но ждал сейчас его Курбонов. Пытается он удержаться на ногах. Понимает, что нельзя допустить ни в коем случае тейкдаун на последней секунде. Но все-таки на последней секунде Анвар Буронов проводит опять тейкдаун. Ну и судьям предстоит такая нелегкая задача сейчас определить победителя. Либо будет экстра раунд, дорогие друзья. Посмотрим, что же решат судьи. Очень достойно бились Анвар и Снутуло.
естественно. Экстра раунда все-таки не будет. И победителем становится... В данном противостоянии большинством судейских голосов победил боец из синего угла Анвар Буронов! Анвар Буронов признается победителем большинством голосов судей. Классный бой. Ну что ж, снова у нас борец одолел ударника. И награждению приглашаем Суната Шарипова. Давайте поаплодируем бойцу из красного угла. Это было достойное противостояние. Пожалуйста, твое мнение по поводу данного боя. Я думаю, что был бой равный. Но победили здесь. Спасибо ребятам, то, что участвуют. Спасибо Сунату, то, что вышел тоже. Извините, ребята, голос как-то у меня не очень. Всего вам удачи. Спасибо, Сунат. Я скажу, что очень напряженная была борьба в этом противостоянии. И доказал соперник, что борьба решает все-таки. Давай послушаем бойцов. Начнем, наверное, с бойца из красного угла. Есть давай. Что сказать, Сунат? Что пошло не так? Конечно, есть. У него только 1-2 проход, все. За это победа. Стойка. Поле 3 раунда, я сам работаю. Судьям виднее, так что мы и с этим ничего не можем поделать. Если есть какие-либо незакрытые вопросы, всегда можно на конференции договориться о реванше. Дайте еще один еще. Мы тебе обещаем, если ты будешь дальше у нас участвовать, мы тебе сделаем этот реванш еще раз. Следующий бой, давай. Потому что в этом противостоянии у них два раза надо было бой. Сегодня. Мы организуем ваш третий бой, если вам надо. Как раз один-один получить. Смотри уже глаза, вон синяк, смотри. Давай. Следующий бой, давай, иншаллах. Ждите ближайшую конференцию. Брат, я думаю, мы пригласим обоих и побеседуем о данном противостоянии и о будущем, чтобы поставить здесь точку окончательно. И мы продолжаем дальше. Спасибо бойцам. Спасибо бойцам. И в синий угол приглашается Анаят Беков Сафар. Я приглашаю Мамараджабов Бахтияр. Пары. Работаем 2 раунда по 3 минуты с возможностью экстра раунда. Локтями не бьем, головой не бьем. Время в партере ограничено 30 секунд. Руки пожали. Слушаем команды по углам. И новая пара бойцов у нас сейчас. Заходит в клетку заряженные парни. Анаитбек Сафаров против Бахтияра Мамараджабова. Это турнир Last Hit Fighting Championship. Начинается бой. Кружат оппоненты по клетке. Что-то будет. Идет вперед сразу же
Анаитбек. Выжидает Бахтияр. Ну вот, с ударами прорвался сейчас Анаитбек. Заваливает своего оппонента, но удается самому Раджабову оказаться сверху. Сбрасывает его Сафаров. Пытается добить он оппонента. Наносит жесткие удары, но скручивается под ним сейчас Бахтияр. Нестандартная достаточно ситуация, но пытается Анаитбек и даже в этой ситуации как-то бить. Возвращает рефери бойцов в стойку. Резкое начало, динамичное. Ну, все бои пока сегодня у нас просто от ножа, дорогие друзья. Пытался атаковать Сафаров, так, но Ворожабов его как будто приглашает к открытому бою, опускает руки. Да, предлагает порубиться. Нарвался сейчас на встречный удар Бахтияр. Тяжелая ситуация для Анаитбека. Спину он отдает. Сейчас будет, да, обходить Мамураджаба в спину. Поддерживаю. Прекрасно понял это Сафаров. Очень ему надо быть внимательным. Тяжелые удары точные сейчас наносит Мамураджабов. Тяжелая ситуация для Анаитбека, но ему нужно выдержать всего лишь 30 секунд. Все. Раздался сигнал стойка, и Алексей Касаткин возвращает бойцов в стойку. Прицеливается сейчас Бахтияр. Анаитбек заготовил свою атаку, пошел вперед. Пытается с фронт-киками так залететь. Да, и попадает. Получается ему сейчас завалить своего оппонента. Он сверху наносит несколько ударов. Бахтияру нужно подвязывать своего оппонента, выживать эти 30 секунд. Для Анаитбека прекрасный шанс закончить бой здесь сейчас. Ситуация для Мамуражабова не самая лучшая, но он мужественно выдерживает своего оппонента. Остается последние секунды первого раунда. Хороший бой мы наблюдаем, дорогие друзья. И первый раунд закончен. Сложно дать кому-то предпочтение. Оба были большие молодцы, старались, выкладывались. Получил ли у нас сейчас травму Бахтияр? Прихрамово возвращается он в свой угол. Да. Техническим нокаутом побеждает боец сильного угла. Вот последний вот этот бросок. Надеемся, что ничего серьезного не будет. Анаитбек Сафаров побеждает. В этом поединке проходит дальше. Мамуражабов, Бахтияр уходит к врачу. Желаем ему здоровья, скорейшего восстановления, возвращения в бои. Мы поздравляем Анаитбека Сафарова. Попросим Суната Шарипова подняться сюда к нам на октагон, наградить победителя. Нокаут! Ребята, вам понравилось? Дадим слово Сунату Шарипову. Я даже энергетику набираю каждый раз посмотреть этот бой. Ну, молодец, красавчик. Соперника тоже не забудем, он тоже хороший, достойный бой показал. Ему тоже спасибо, их команду тоже спасибо. Благодарю, что у нас участвует наш турнир. Всего хорошего. И дадим слово победителю. Ассаламу алейкум всем. Спасибо всем, кто поддерживал, болел меня. Спасибо всем. Салам алейкум.
Но у тебя получилось выполнить все, на что ты рассчитывал, да? Мы тебя будем ждать дальше. Дорогие друзья, мы идем дальше. У нас пятый бой. И я приглашаю в синий угол Рустамбек Абдулхафизов. Приглашается Абу Бакар Алимов. И мы продолжаем начало пятой пары. Рустамбек Абдулхафизов и Абубакар Алимов. Итак, внимательно. Правила помним, не нарушаем. Слушаем меня внимательно. Работаем 2 раунда по 3 минуты. Возможно, next раунд. Напоминаю, что головой не бьем, локтями не бьем. На партер отводится всего лишь 30 секунд. Руки пожали. Пятая схватка сегодняшнего турнира. Рустамбек Абдулхафизов против Абубакара Алимова. И снова у нас рефери поменялся. Это опять Вячеслав Киселев. Last Hit Fighting Championship на ваших экранах, дорогие друзья. Начиная с лоу-кика, Рустамбек. Отвечает ему Абубакар. Пока что такой осторожный бой. Примериваются друг к другу спортсмены. Пытаются разведать боем установку, чтобы провести атаку. Мы видим, что Абдулхафизов пытается центр клетки занимать. Получает мощный лоу. Хочет раздергать своего оппонента Алимов. Но пока все удары либо по защите, либо по воздуху. Подбирается к нему Рустамбек. Пошла борьба. Отличнейший бросок удается Алимову. Но накатывает Абдулхафизов и свипует его. Еще один свип. Абубакар уже сверху. Пытается гард пройти. Освободиться от захвата оппонента. Ну, очень здорово сейчас Абдулхафизов почувствовал эту ситуацию, заключил в гард своего оппонента. Идет у нас 30 секунд, да, они уже заканчиваются, на борьбу в партере отведенные. Снова продолжается бой в стойке, идет вперед Рустамбек с ударами. Все время он старается контролировать центр клетки, резать углы, не давать своему сопернику пространство. Идет в ноги. Здорово его сейчас встречает Алимов.
пытается не допустить тейкдауна. Сейчас будет бросок, только кто же его проведет? А проводит его все-таки у нас боец из красного угла, Абубакар Алимов. Обоюдный был абсолютно момент. Пытается сейчас Рустамбек завязать своего противника. 10 секунд до конца первого раунда. И концовочка у нас явно, конечно, вырывает боец красного угла. Наносит несколько лоу-киков по ногам соперника. И на этом раунд завершен. Хорошо взвинтил темп в конце Абубакар Алимов. Сделал красивый бросок. Пробил несколько ударов. И ждет нас второй раунд, дорогие друзья. Я напомню, что сегодня, смотрите, первый отборочный этап нашего проекта, который придумали и организовали Сунат Шарипов и Надир, популярный видеоблогер и боец смешанных единоборств. Такая гремучая смесь. И вот вы видите, что получилось. Классные бои, интересные, очень талантливые парни сегодня выходят в клетку. Классное шоу мы наблюдаем. Я думаю, что у этого проекта большое будущее. Это только первый отборочный этап, впереди еще второй, и вы можете попасть на этот турнир. Если пришлете заявку, все будут контакты в описании к данному видео. Также напоминаю, что вы можете приобрести официальный мерч Last Hit Fighting Championship. Также все ссылочки будут в описании. А нас ждет второй раунд. Бой между Рустамбеком Абдулхафизовым и Абубакаром Алимовым. Неистовая поддержка зрителей. Слышит ее Абубакар. Как и в первом раунде, Рустамбек старается занимать центр. Все время поджимать своего оппонента в клетку. Но вот наносит ему хороший лоу-кик Алимов. Пытается высечь переднюю ногу. Проход ноги, но накрывает Рустамбек очень здорово своего оппонента. Тот сразу подхватывает его руки, чтобы не дать развить этот успех. Встает у нас Абубакар. Получает удар коленом. Но сейчас может себе на пользу повернуть эту ситуацию. Вырывается. Поддавливает Рустамбек. Кружит вокруг него Алимов. Хороший лоу наносит. Тоже отвечает ему Рустамбек. Сам пытается пробить лоу-кики Абдулхафизов. Встречает Алимов атаки своего соперника. И все-таки проход в ноги. Рустамбек проводит тейкдаун. Идет 30 секунд отсчет на борьбу в партере. Удастся ли сейчас одному из бойцов добыть победу, или они вернутся в стойку? Большой вопрос. Соперники явно достойны друг друга. Но в маунт прорывается сейчас Абдулхафизов. Для него шикарная возможность. Начинает он своего оппонента окучивать ударами. Алимов отчаянно защищается, отбивается. Выкручивается практически. Попытается болевой на ногу найти, но нет. 30 секунд на борьбу в партере закончились. Поддавливает снова Рустамбек. Чает ему Абубакар. Снова проход ноги от Алимова, снова накрывает его Абдулхафизов. Невероятным упорством сейчас Алимов протащил все-таки своего оппонента к клетке.
Ну и, в принципе, наверное, зафиксировал тейкдаун, как мне кажется. Хотя я, конечно, не судья, могу ошибаться. Но удается сейчас Рустамбеку встать. Попытка была провести бросок. Последние 10 секунд. Кто же вырвет концовку этого боя? И все, звучит сигнал об окончании второго раунда. Ну что ж, дорогие друзья, посмотрим, какое будет решение за судьями. А судьи у нас, насколько я понимаю, объявляют экстра-раунд. Равный бой. Дорогие друзья, решением судей назначается экстра-раунд в данном противостоянии. Равные у нас подобраны соперники. Матчмейкеры, конечно, поработали просто на славу, дорогие друзья. Все поединки у нас буквально кость в кость. С обоюдными шансами, никаких мисс-матчей. А учитывая, что ну, тут приходили ребята по заявкам, да, проходили кастинг, тут прямо это очень ювелирная работа проделана. Итак, третий, решающий, заключительный раунд боя между Рустамбеком Абдулхафизовым и Абубакром Алимовым. Идет потихонечку вперед Рустамбек. С ударами влетает он сейчас своего оппонента. Тот его оборачивает в клетке, разрывая захват. Удар в корпус хороший проводит Абубакр. Но Рустамбек нисколько не смущен. Идет он сам вперед. Попадает в захват. И будет ли бросок или тейкдаун? Отчаянно сейчас пытается Абубакр своего противника бросить. Сопротивляется Рустамбек, но нет, есть тейкдаун. Алимов пытается пройти халга соперника. Улучшить свою позицию. Абдулхафизов удерживает его в партере. 30 секунд у нас идет отсчет времени. И 30 секунд борьбы в партере закончены. Возвращаются в стойку бойцы. Сейчас все решится, дорогие друзья. Лоу-кик заряжает Абубакр. Но Рустамбек все равно пытается идти вперед. Натыкается на мощный джеб. Прямо аж встряхнул этим джебом Алимов своего оппонента. Еще один лоу. Походу ногу отбил. Удар на скачке. Но сейчас на выбор просто Абубакр своего соперника окучивает. Рустамбек все-таки, похоже, все силы оставил в первых двух раундах. Пока что ничего не может Алимову противопоставить. Тот лучше в стойке, лучше в борьбе. Еще один лоу. Разбит нос Абдулхафизова, что затрудняет ему дыхание. Плохо сказывается на его выносливости. А сейчас как раз бы и нужно найти последние вот эти остатки энергии, бензина. Бросится вперед, а уже нет возможности. Финтит Алимов. Сейчас еще на один хороший удар постарается выйти. Но ему задача вообще не пускать просто к себе сейчас Рустамбека. 10 секунд, концовочка. Абдулхафизов хотел с последних сил прыгнуть в ноги, но понял, что ничего не получится. А Алимов с ударами завершает этот бой.
Ну, я думаю, что сомнений уже нету. Тут однозначно доминация у нас бойца из красного угла. Абубакар Алимов очень здорово выглядел в этом решающем раунде. Какая поддержка! Поаплодируем его сопернику. Держался молодцом, держался до конца, до последнего. Абубакар у нас пока что у него еще остались силы. Но вот у Рустамбека ситуация, конечно, более сложная. Дорогие друзья, бойцы на середину. И у нас есть решение судей. Боец из синего угла, попрошу в центр. В данном противостоянии единогласным решением судей победу одерживает боец из красного угла Абубакар Алимов! Поздравляем Абубакара Алимова, классный бой. Благодарим его соперника Рустамбека Абдулхафизова. Экстра раунд был назначен, я добавлю. Экстра раунд был назначен. Очень хороший оппонент у тебя был. Приглашаем Суната Шарипова. Ему тоже. Да, Сунат, подходи, награждай победителя. И сперва поговорим с синим углом. Нет? Без комментариев ты оставишь этот бой. Поддержим бойца из синего угла, ребята. Очень всем хороший бой показали. Всем спасибо, тех, кто меня поддерживает. И соперникам тоже спасибо. От души. Таджикистан Мабеш! И слово нашему победителю. Всем ассаламу алейкум. Спасибо, кто с нам приходил. Спасибо, мои братья Шахбоз, Хурман, моим тренерам Тимур Иса. Спасибо, мои братья Тоджикистан Мабеш. И слово команде Абу. Я думаю, бонус будет, да, вечером. Бой вечером показывали они. Ну, там еще боев очень много, я тебе скажу. Посмотрим. Но это явный кандидат. Это явный кандидат. Спасибо, мои... Потаджикскому. Рамат ба тренер Маки, Матули Афсол, Зудо Машкадам, Рамат ба Абдулоев Хасан, барои дастгиришон. И мы двигаемся дальше. Следующее противостояние должно быть не менее интересным. Не менее интересным. Я приглашаю в синий угол Бахтиёр Абдулкахаров. Приглашается Саид Сайфулоев! Мы начинаем первый раунд шестой пары. Бахтиёр Абдулкахаров и в красном углу Саид Сайфулоев. Бойцы на середину. Сюда. Итак, правила помним, не нарушаем. Работаем
Два раунда по 3 минуты. Возможен next раунд. Напоминаю, что головой бить нельзя, локтями бить нельзя. На партер дается 30 секунд. Слушай меня внимательно. Руки пожали. По углам. Шестой бой первого отборочного раунда турнира Last Hit Fighting Championship. Бахтиер Абдукахоров против Саида Сайфулоева. Рефери в ринге снова Вячеслав Киселев. Сразу же идет вперед Бахтиер. Пытается он пожать своего оппонента клетки, получает лоу-кик навстречу. Мощными ударами обменивается у бойца и падает сейчас Саид. Бахтиер начинает его добивать, и все, это нокаут, дорогие друзья. Самая стремительная схватка сегодняшнего вечера. Бахтиер Абдукахоров в обмене ударами зацепил Саида Сайфулоева и уронил его и добил. И этот бой заканчивается техническим нокаутом. Поаплодируем! Это было ярко! И победу одерживает нокаутом Бахтиер Абдукахоров. Дадим слово победителю. Ассаламу алейкум всем, братья. Что хочу сказать, спасибо всем за такую атмосферу. Конечно, мы за своего человека болели, это меня еще больше давило. Но, альхамдулиллах, все от Всевышнего. Хочу сказать спасибо в первую очередь моему тренеру Шермухамаду и моей команде, которая сегодня выступает. И организации, как я сказал, мы вместе будем развиваться. И самое главное, Назмидин Оджаев, брат, тебе спасибо за все, за то, что организуешь нам такие. У меня есть одно. Я так скажу, где-то 2 месяца назад у нас были соревнования. И у нас, ну, были такие соревнования, я проиграл одному человеку. И он знает, Али, хищник, выходи, брат. У нас вот чисто такой спортивный интерес, мы вместе хотели, но не получилось. Альхамдулиллах, я это уже добился. По обоюдному согласию мы готовы сделать вам реванш. И слово Али. Возьми. Салам алейкум всем. Я подумаю на твоем предложении, короче. Ну, я буду организовать это бой. Хорошо, посмотрим, что Посмотрим. Только на 70 килограмм, не 75. Не, на 70, да, конечно. Хорошо, это будем подчеркивать, мы будем это организовать. Так что ждем вас на следующей пресс-конференции, хорошо? Дали мне победу там, я выиграл, честно. Ну, я бы особо не хотел реванша, но как ты так желаешь, конечно, без проблем. Я тогда тебе сказал, вот у меня не было соперника, ты вышел во второй бой со мной, но выиграл. Я не это признаю, брат. Да. Помнишь, я говорил, как мы организуем бой в ММА, но у нас не получилось, так как у тебя соперник был, я не хотел отвлекать. Уже нету, есть что, давай сделаем это, как по классике, брат. Спортивный интерес. Я готов! Таджикистан Бапеш! Face to face, ребята, подойдите, пожалуйста. Посередину войти. Face to face. Еще раз поблагодарим победителя. Слово тренеру. Тренеру команды «Синего угла» просит микрофон, дадим ему высказаться. Эй, народ, всем ассаламу алейкум еще раз. Думаю, нокаут, бонус забрали, да? Посмотрим, что будет дальше. Этого, кстати, я ждал. Следующий бой. Я хочу объявить. Синий угол приглашается Иван Федоров. Я не останусь.
сразу ты не останешь. И мы начинаем первый раунд. На середину. Итак, правила помню и нарушаем. Напоминаю, что работаем 2 раунда по 3 минуты с экстра раундом. Возможно. Головой бить нельзя, локтями бить нельзя. Колени, ноги в партере, только в корпус. 30 секунд на партер. Руки пожали. Last Hit Fighting Championship на ваших экранах, дорогие друзья. Еще один отборочный бой. Иван Федоров против Фирдауса Чабарова. И поединок начался. Иван сразу бросается вперед. Получает мощнейший удар от Фирдауса. Тот начинает его добивать, и все, бой закончен. Это еще более стремительная концовка, чем предыдущая схватка. Первым же ударом Фирдаус Чабаров валит своего соперника. Ну и, в принципе, может быть, даже добивание там не имело уже смысла. Это нокаут, тяжелый нокаут. Будем надеяться, что Иван сейчас придет в себя, восстановится и вернется в спорт. Четкий один точный удар решил исход этой встречи буквально на первых же секундах, дорогие друзья. Но вы знаете, когда вот выходили бойцы на бой, они прям так заряжались, было видно, что грянет какой-то гром. Победу нокаутом одерживает боец из красного угла Фирдаус Чабаров! Этот бой не успел начаться, так и закончился. Слово победителю, наверное. Я хочу услышать, что ты скажешь после такого яркого нокаута. Салам алейкум всем. Спасибо за поддержку. Как я сказал, в первую минуту нокаутирую. Вот и так получилось. Спасибо моим тренерам. Акаиш Хабос, Тимур, Иса. Спасибо моей команде Fight Center. Всем спасибо. Позиция на печь. Пригласим Суната Шарипова. Все сейчас увидите на пресс-конференции. Я ему сказал, что не надо громко говорить. Он тебя отправит на первом раунде нокаутом. Он держал свое слово. Хочешь все поправишь? Это было круто. Всем спасибо, то, что поддерживаете ребяту. Уважение сопернику. И уважение этому человеку. Это был самый лучший в нашем лиге. Будет бонус. Я лично сам бонус отдам этому человеку. Я думал, этот бой произошел предыдущий бой. И пока претендентом главного боя вечера, пока остается вот этот бой. А что, если я тебе скажу, что следующий бой по своим отдельным моментом может вызвать не меньше внимания и интереса. Я приглашаю в синий угол Луиза Дроздова.
Красный угол приглашается Екатерина Киселева. Напоминаем, что этот бой будет происходить в формате кикбоксинга. Да, и это не отборочный бой, это main event, потенциальный бой вечера. И начинаем первый раунд. Дамы на середину. Сюда, красный угол. Итак. Правила помним и нарушаем. Работаем 3 раунда по 2 минуты без экстра раунда. Напоминаю, что локтем бить нельзя. Коленом в захвате. Один удар. Прихватывай. Ног запрещены. Клинча нет. Руки пожали. По углам. Ну, вы сами все слышали, дорогие друзья. Правило этого поединка будет K1. И у нас в клетке девушки Луиза Дроздова и Екатерина Киселева. Начинается первый раунд. Екатерина носит хороший джеб, но тут же на нее бросается Луиза с ударами. Клинч. Пыталась сейчас фронткиком Луиза остановить свою оппонентку. Та ее подхватила и сбила на канвас. Встречает мощными ударами сейчас Луиза свою оппонентку. Пытается ее продавить. Клинч. Ну, Дроздова повыше, ей удобнее с дистанции сейчас биться. Екатерине, конечно, надо же эту дистанцию рвать. Поддержим дам в октагоне. Маленькая техническая пауза, которой воспользуются оба тренера, чтобы внести какие-то коррективы в рисунок боя. Киселева старается быть агрессором, наносит несколько лоу-киков. Вот Дроздова и отвечает хорошим мидл-киком. Пропускает мощный удар. И удар в печень проходит. Нокдауна может быть и нокаут. Не может сейчас Луиза Дроздова подняться. Жестко и пробила Екатерина Киселева. Все, это нокаут. Ну, конечно, там терпеть невозможно. Это выше любых человеческих сил. Поаплодируем! Да, Екатерина Киселева становится победительницей. Нокаутом вырывает победу. Поздравляем Екатерину с этой яркой победой. Победу нокаутом одерживает боец красного угла Екатерина. Екатерина Киселева нокаутом победа!
Поблагодарим Луизу тоже за это противостояние. Хорошо. Очень хорошо смотрелись обе дамы. Это было интересно, вам понравилось? Ну и что я могу сказать, что молодец, поздравляю. И я себя попробовала в этом поединке. Не ожидала коленом, неожиданно получилось, согласна. Полностью моя вина. Ну, я думаю, ты будешь тренироваться еще и придешь намного сильнее. Это было очень круто. Спасибо тебе за это. Спасибо вам за этот бой. Дорогие друзья, а вы видели первый выпуск отборочных боев Last Hit. Многие попадут в лигу, с ними подпишут контракт, и у вас будет шанс следить за ними дальше. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, поддерживайте канал. Кто вам больше понравилось? У многих бойцов нет каких-либо прозвищ, придумывайте им прозвища и тоже пишите в комментарии. Надир, что тебе есть добавить? И мне нечего добавить, ты сказал все, что надо было. И мы начинаем второй выпуск нашего отборочного этапа. Ждите!